Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mitsubishi Outlander в серебристом цвете 2014 года на бензиновом двигателе объемом 2,4 литра, мощностью 167 лошадиных сил, АКПП, полный привод. На автомобиле у нас имеется камера заднего вида, парктроники, фаркоп, рейлинги на крыше, хорошая резина, литые диски, ветровики, повторители в зеркалах, дефлектор капота, бесключевой доступ. Пробег автомобиля 223 тысячи километров. Пройдемся по салону автомобиля. Кожаный салон, чистый, ухоженный. Имеется мультимедиа, двузонный климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электропривод багажника, электропривод водительского сидения, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.